продолжаем выпуск. В Актюбинской области госавтоинспектор сдавал экзамен по вождению за деньги. За свои услуги полицейский просил 30 тысяч тенге. При этом он совершенно честно сдавал экзамен. Данные водителей забивал в базу, ну а на вопросы на компьютере отвечал сам. Таким образом, права получили 11 человек. Работал полицейский через посредников. Хорошо, хоть предмет знал неплохо. В одном случае из 40 вопросов госавтоинспектор ответил правильно на 36. После этого он сам расписывался в листах в качестве экзаменатора. Его же подписью подтверждалась и сдача практического экзамена по вождению. Все клиенты свои водительские права получали в автоцоне. Очевидно, теперь они их лишатся. Но полицейский свою вину признал. Старшим признан виновным в совершении уголовных правонарушений за злоупотребление должностными полномочиями и служебного подлога и назначено ему окончательное наказание 2 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах и лишен специального звания капитана.